Всем привет. Начинаем проходить игру GTA Купянск. Сань, здорово. Это Валидол. Мне сказали, что ты в Купянске. Я думаю, что тебе не мешает жилье. А вот, не пригодится твоя помощь. В общем, подъезжай к Шараге, я там потому постоянно зависаю. Потому что после прошлого обзора на дизлайк или что-то. Хотя я знаю, что на дизлайк это фанаты этой игры. Вообще даже не фанаты, а разработчики, вероятнее всего. Тем не менее, это будет исправленное. Обзор этой данного мода. Это очень забавный, прям, так сказать, мод. Потому что, буду честен, он неплохой, он забавный. Но забавный настолько, что даже без комментариев. Но все же вопрос, зачем его сделали разработчики, так и остается загадкой. Пока что я буду так вот делать обзор. Просто прокачусь неподалеку везде. Да, что я еще заметил? То, что графика здесь уж больно слишком отсталая. Я же понимаю, его делали для особых компьютеров. Но таких особых компьютеров сейчас нет нигде. Просто нигде. Да. Если уж я тут... Сгоняться не надо. Это может вылететь. Здесь этот мод. Он не серьезный. Он плохой, а все же не настолько, чтобы прям обсинять. Это же не мод, это сборник моделек. Кривых таких моделек. Кривых людей, кривые миссии, все кривое. Вот даже это здание, оно кривое. Так. Вообще я сейчас хочу посмотреть, какие тут задания появились. Так, сейчас надо настроить джойстик. Нет, это смешно. О, Саня, отлично, что ты пришел. Тут имеется проблемка. У меня есть хороший знакомый, это... мы с ним отечественные машины реставрировали. Это что такое? Так вот, он сейчас связался с плохой компанией. Теперь тащится от американцев. Это что-то немного напоминало копателя. Его уже несколько дней нет в Шараге. Вообще, нет. На данный момент мне сказали, что он с какими-то упырями клип снимает. Съезди, разберись с ним. Может, одумается и очухается. Нет, кажется, главный герой еще нормальный. Короче, ты должен забрать друга на Валидола. Блин. Уии!
такая составляющая. Ну так, он просто посмеяться сделал. Да это трэш. Трэш. Трэш выполненный. Фух, устал. Это ж... В рамки ног, да это... РПГ. Нет, я... Вот еще один плюс за звуки. Давай буду почувствовать. Графики моделирования это... Не... Ох. Но это остальное, это... Конечно, это смешно. Это весело. Чувак, чё за нахер? Да из Терминатора, кажется. Ты, бля, заебал меня, иди нахуй! Чё? Нахуй, сука! Слышь, да ты офигел. Это просто смешно. Это угар и обзор. Твоя задача уничтожить. Блин. Все, настройки, кажись, все, мышка заработала. Ты решил меня убить? Не буду я тебя убивать, успокойся. Ну это лицевая анимация просто, просто в море. Иди тут и не дергайся, Валедо сейчас за тобой пойдет. О господи.
Купянск. Тут еще есть задание, это хорошо. Можно посмотреть, что здесь есть еще смешное. А вот сейчас я там дам вопрос разработчику. Вы в каком веке живете? Потому что, смотря на то, на графику, то, что вы из прошлого века. Линкольн. Нет, ты не копатель, да? Так, Сань. Было решено продать Линкольн. Я уже нашел покупателя, он живет на окраине Купянска. Это довольно нервный чел, так что аккуратно. Ну, здесь все, я думаю, нервные. Он готов купить Линкольн почти по рыночной стоимости. Эй, спасибо, что помогаешь. Линкольн, кстати, оказался почти в идеальном состоянии. А, вот еще. Тебе будет 50% прибыли с продажи Линкольна. Ты должен отвезти Линкольн в целости до покупателя. Никаких индикаторов нет. А что будет, если не в целостности его привезем? Это что такое? Там, по-моему, это может иметь ездить. Стой. Значит, на этом можно ездить. Я попробую потом конец этой течения. Это что за наркомания такая? О, блин, вот это хуйня. Фантазии. Чёрт. Вот и окраина. Окей, подожду. Похоже, тебе на еб... Боже. Так, как тут управление-то где? О! Так, как тут поднимать? А вот все. Поднял.
Эй, ты, мать твою, сука! Ты говно! А ну брось телевизор! Сматываем. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А ты решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. А? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть. Я тебя сам трахну, ублюдок. Анонист, чертов, будь ты проклят. Иди, идет, трахать тебя всю твою семью. Говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо. Сука, падла, иди сюда, мерзавец, негодяй, гад. Иди сюда, ты говно, жопа. Это трэш. Черт возьми, я же говорил, что это вспыльчивый чувак. Благо, сделка не нарушилась, и он купил Линкольн. Вот только телек ты его зря разбил. Мы получили денег чуть меньше, чем рассчитывали. Немало так денег. Кстати, ГБЕ. Ого. Это... Это что такое? Это... Так, да... Так, а что такое у нас? Оба-на! Вот ракетница! Ё-моё. Вот такая ракетница мне по душе. Так, а я-то думаю... Так, стоп. А я-то полетаю по лагере. Посмотрите. Ну что ж, этот район мне кажется более адекватным. Ну вот, дальше... Дальше все нормально. Дальше нормально. Глаза уже лежат от этой мины. Фейзи просто не по-детски, но тем не менее... Много нового появилось чего.
Как, кстати говоря, что у нас с картой? Так, 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 надо сюда потом будет. Ада, ада. О, надо бы сюда слетать. Так, это... Ё-моё! Это буква? Ё-моё! А, чёрт, 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 чёрт! Зараза, блин. Здорово, Саня. Мало времени разъяснять. Ты должен закопать этот иж на каком-либо поле и смотри, чтобы тебя не заметили. Так. Оба-на. Там музончик такой напряженный. Хоро. Послушайте, я погромче сделаю. Ты делаешь? Фух, с ижем покончено. Ёб твою мать. Опа, да, вот это жесть. Чёрт. Валим. Dylan on the porch, burn the torch to the light green. Meanwhile, the sun sure. Trees blowing spooky this. Chilling on the porch. Блин. Я потерпела неудачу. Всё. Всё. Да блин, что за... Ну ладно, я тогда не хотел даже продолжать проходить миссии. Кажется, он туда полетел.
Я же знаю, что он за буква, что она означает. Я знаю, что раз... или что те, кто его пытались обосрать, у них не получилось. Эта музыка снова меня. Снова эта музыка будет играть. Бок. Понятно, еще... Еще пару минут. Еще немного туда. И через это вот будем как-то... Ну, снова это здание. И все. Чучело, пугать ворон, да печенок меня замучила со всех сторон. Сип гармоника, сип моя частая, пей, выдра, пей. Мне Всё, бы лучше вон ту сисястую, да нагло пей. Я среди женщин тебя не первую. Немало вас, но с такою, как ты, стервою, лишь первый раз. Чем больнее, тем звонче, то там, то сям. Я с собой не покончу, иди к чертям, к вашей сморе. Собачь, пора простыть. Дорогая, я плачу. Прости. Гармоника, скука, скука, гармонист пальцы льет волной. Пей со мной, паршивая сука! Хорошо! Пей со мной, излюбили тебя из мызгалей. Не втерпешь, что так смотришь на меня синими брызгами. Альморду хош, в огород бы тебя начучила. Пугать ворон, да печенок меня замучила со всех сторон. Сыпь гармоника, сыпь моя частая, пей выдр.